Программа ОРТ 21 ноября, воскресенье. 8 часов новости, 8.10 служу России, 8.40 утиные истории, 9.10 утренняя звезда, 10 ровно новости. 10.10 непутевые заметки, 10.30 пока все дома, 11.05 Альф, 11.35 здоровье, 12.05 фильм «Приезжие». 14.05 «Клуб путешественников», 14.45 «Русский музей», 15 часов «Новости», 15.10 «Горец», 15.55 «Умницы и умники». 16.25 «Чип и Дейл», 16.50 «Новые приключения Винни-Пуха», 17.20 «Как это было», 18 часов «Новости», 18.10 «Смехопанорама». 18.45 «Яралаш», 19.10 «Нечего терять», 21 ровно авторская программа Сергея Доренко, 22 часа прогноз погоды, 22.05 «Эх, Семеновна», 22.45 «Тысячелетие», 23.35 «Футбольное обозрение», 0 часов 5 минут «Меня зовут Орликина». Такую программу предлагает вашему вниманию Первый канал в воскресенье 21 ноября.